саженцы бузины Ева, сорт черной бузины, кустарники растут довольно быстро, достигая 2,5 метров. Листья растения имеют темно-пурпурную ажурную листву, которая напоминает листья веерного клена. Цветет крупномер бузины в течение 3-4 недель мелкими ароматными белыми цветочками в щитковых соцветиях в конце первого месяца лета. Плоды, мелкие черные съедобные ягоды, появляются осенью. Они применяются в консервировании, как начинка пирогов и для приготовления вина. Бузина Ева. Неприхотлива к условиям. Морозоустойчива. Хорошо разрастается. Кустарники этого вида имеют фитонцидные свойства, отпугивая насекомых и грызунов своим ароматом. Бузина черная Ева – это кустарники высотой 200 см, диаметром 150 см. Цветет растение в месяц май. Аромат у цветов средний. Второй раз в году бузина цветет в месяц июль-август. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.